Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Перед нами находится устройство Vivo IQ Z8. И сейчас я покажу вам, как включить и настроить ночной режим. Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь ночной режим. Если его здесь нет, нажимаем на карандашик, находим его здесь и перетаскиваем вверх. Возвращаемся. И теперь мы можем, нажимая на него, включать его и выключать. Но так как мы включаем его первый раз, нас перекидывает в настройки. Также в настройки можно попасть, зажав пальчик на данной кнопочке. Итак, здесь одновременно с ним мы можем включить функцию «Не беспокоить». Нажимаем «Далее». Можем настроить расписание для ночного режима, выбрать время начала, время окончания, дни повтора. Нажимаем «Готово». Здесь нажимаем «Разрешить». И далее можем также настроить экран в ночном режиме. Можем включить, например, оттенки серого, либо выключить их. Можем включить или выключить темный экран в ночном режиме. Можно уменьшение яркости обоев включить и темную тему. Вот. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.